На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке минометной батареи уничтожена разведгруппа противника. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожен взводный опорный пункт противника юго-восточнее Водянова. Расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации противника в районе населенного пункта Великая Новоселка. На запорожском направлении огнем артиллерии и реактивных систем залпового огня уничтожены пункт временной дислокации в районе Малиновки и скопление боевиков в районе Зеленого поля, выявлены в ходе ведения воздушной разведки. Экипажем танка уничтожен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоселка. Расчетом реактивной системы залпового огня «Град» уничтожен бронетранспортер американского производства М-113 в районе населенного пункта Приморская.